Кратос, призрак Спарты, стал одним из олимпийцев. Бог войны. Он пролил реки крови. Арес пал от его руки. И все же, несмотря на весь блеск и величие Олимпа, Кратоса терзали воспоминания о своей прежней жизни смертных. Кратос, на помощь! Кратос! Кратос знал, что это не просто видение, ибо богам никогда нельзя доверять. Видение из прошлого заставило Кратоса отправиться на поиски ответов. Ответов, сокрытых в храме Посейдона в городе Атлантида. Еще не поздно одуматься, Кратос. Это был сон, просто сон. Все те же видения, Афина. Ведь ты же клялась избавить от них. Но это видение в моей власти. Этому видению лучше быть неизменным. Все сложнее, чем ты думаешь. Слушай. Thank you.
храм Танатоса, бога смерти, сохранился с давно забытых времен. Он был воздвигнут до воцарения олимпийцев, и не руки смертных построили его. В его стенах сокрыт проход в царство смерти. Храм Посейдона – величественное здание, воздвигнутое жителями Атлантиды во славу их защитника, бога морей. Познай себя и познай свой путь. Домой. Как я соскучилась, Кратос. Что за наваждение? Очередная ловушка? Нет, сын мой. Это я. По милости твоего отца, я так долго ждала. Моего отца? У нас мало времени, Кратос.
твой брат не может ждать. Он жив. В страшных муках. В глубинах царства смерти. Он мертв. Ты сказала, что он... Прости меня. Мне пришлось солгать. Теперь слушай меня. Храм Ареса в Спарте. Там ты узнаешь, как отыскать брата. Путь будет непростым, но ты должен помочь ему. Должен, Кратос. Спаси его. Нет, не может быть. Как? Как ты посмела? Твой отец приказал мне молчать. Отец? Кто мой отец? Последний вздох и сбросив с плеч тяжкую ношу, она наконец-то обрела покой, к которому стремилась столько лет. Ярости Кратоса не было предела. Судьба снова толкнула его на грань безумия. Thank you.
Иди! Отойди в сторону! Стой! Ты обрушишь на нас ярость этой горы! Ты обратишь во прах все мои труды! Вот уже много лет мой народ ждет пришествия нашего освободителя. Гея предвидела наше спасение. Призрак Спарты. Я здесь не за тем, чтобы вас освобождать. Ты такой наивный, Кратос. Тебя привела судьба. Я нужна тебе. Ничего мне от тебя не нужно, Терра. Освободи меня! Или разделишь мою судьбу! Ты умрешь здесь, со мной! Выпусти! Выпусти меня, и получишь мою силу! Иначе мы оба обречены на вечные мучения! Освободи меня! Ты наделал, друзья! Ты умрешь за это!
битва со Сциллой сотрясла самые основания царства Посейдона. Атлантида пошла ко дну. Но это не имело значения для призрака Спарты. Ослепила ярость, Кратос. Ты знаешь далеко не все. Берегись. Тебя будут пытаться... Победили! Держись! Что произошло? Мы прогневали их богов. Вот их послание всем, кто смеет бросать им вызов. Но мы выжили! Пощада! Она... Кто это был? Дочь ночи. Послание призраку Спарты. Ну вот, началось. Смерть ждет призрака. Он никогда не получит череп. Череп. Я иду за тобой, брат мой. Первый из глупцов, Кратос.
призрак Спарты, убийца Ареса, а теперь губитель Атлантиды. Вот теперь берегись. Олимпийцы не похвалят тебя за уничтожение королевства Посейдона. Боги мне не указ. Но ты ведь сам стал богом. Я не просил о троне Ареса. Тебе дарована честь стать равным богам. А ты готов ее отвергнуть с презрением. Эта честь мне даром не нужна. Я просто хочу найти моего брата. А, да, второй мальчик. Пробуй, если хочешь, но ничего не выйдет. Его никогда не найти. Ты встал на путь разрушения и лишился последнего шанса на спасение. Вот что ждет тебя в конце твоего пути. Сначала я найду Деймоса. Не глупи, сын мой. Возвращайся немедленно. Лучше не спешить в царство смерти. Будь начеку, Деймос! Спартанского воина не уложить на лопатки! На грани смерти спартанец также готов к бою! Ты же спартанец, разве нет? Да, Кратос. Thank you.
Честно! Клянусь в этом! Говори! Мой лорд, я знал, что вы вернетесь. Я не предал вас. Я ничего не сказал прислужникам смерти. Элизиум. Элизиум. Настоящий спартанец. Даже умирая, ты готов к бою. Спасибо, лорд Кратос. Эрин. Дочь Танатоса, бога смерти. Боль, обретшая плоть. Зло, обретшее жизнь. Призрак Спарты, убийца богов. Твой брат, добыча Танатоса, как и твоя кровь. Я не боюсь тебя. Я никого не боюсь. Yeah.
забудете все печали, мой лорд. Он выбрал нас. А как же я? Мой лорд. Надо мне пойти к ним. Вот это выносливость. Настоящий спартанец. Не забывайте нас. На грани смерти спартанец также готов к бою. Ты же спартанец, разве нет? Да, Кратос. После Великой войны с Титанами Оракул предсказала падение богов-олимпийцев и падение Олимпа. Откровение гласило, что оплот богов победят не титаны, жаждущие мести, но простой смертный, меченый воин. И тот, кто подчинит его себе, будет решать судьбу Олимпа. Икани! Атерно лестит Спарта, Офере и Иванкали! Сетил! Эйтор Нехликая Атримис! Идомбэт! Этера! Инеос эт нем ралис! Кратос! На помощь! Кратос! Прости меня. На помощь! Деос! Кратос! Деос! Где вы? Верные сыновья Спарты, два брата, учились искусству боя, мечтая в один прекрасный день войти в ряды армии Спарты. Судьба решила иначе. В один печальный день Деймос был похищен на глазах родного брата Кратоса, который клялся его всегда защищать. Это событие полностью изменило жизнь Кратоса. Этот день определил его дальнейшую проклятую судьбу. Потеря брата оставила неизгладимый шрам на душе будущего воина. Он не мог забыть свой позор. Кратос поклялся, что больше никогда не дрогнет в бою. И в память о Деймосе сделал красную татуировку, точно повторявшую родимое пятно брата. Татуировка стала памятью о прошлом для будущего бога, воина, который прославился под именем Призрак Спарты.
шире! Мой лорд, уже очень скоро в вашу честь будет воздвигнута статуя! Так дружно! Тяните! Слава лорду Кратосу! Богу войны! Слава лорду Кратосу! Мой лорд, у меня есть дар для вас. Я вернусь. Обратись на себя, и судьба твоя будет решена. Долгие годы величественная статуя Ареса, сына Зевса, возвышалась на плато над великим городом Спарта и бдительно наблюдала за всеми землями Лаконики. Спартанцы почитали бога войны, поскольку не видели конца его жестокому правлению. Но настал день, когда его праву на власть был брошен вызов. Кратос, спартанский полководец, убил Ареса и стал новым богом войны, одним из богов-олимпийцев. Спартанцы видели в нем своего соотечественника, подлинного сына Спарты и справедливого правителя великого города. Вскоре изображения Ареса исчезли с улиц города, а их место заняли величественные статуи, воспевающие Кратоса, нового бога войны. Кратос стоял в храме Ареса. Все вокруг напоминало ему о том, кем он стал. Призраком Спарты, убийцей богов и, наконец, тем, кого некогда презирал. Богом войны. Кратос знал, что он должен вернуться в Атлантиду, в затонувший город. Только там он мог отыскать вход в царство смерти и брата, которого не спас. Вот оружие, мой лорд. Я ухаживал за ним, как за своим. Ты верно послужил мне. Благодарю, лорд. Призрак Спарты, повинуйся богам, сойди с этого пути. Боги надо мной не властны, Танатос. Где мой брат Деймос? Если ты будешь бодрствовать, сами вещи и сестры не помешают мне оборвать твой путь.
напрасно, Арес, решил, что ты будешь служить ему. Не пытайся встать у меня на пути, Танатос. Иначе я пролью не только кровь Ареса. Thank you.
Отчего боги не даруют мне смерть? Знал, что в недрах огненной пропасти его ждал ответ на вопрос, который он боялся задать. Жив ли все еще Деймос? Разрушил мой город! Я не прощу тебе этого, призрак Спарты! Ты ответишь за свою дерзость! С меня хватит богов! Вернись на Олимп и не трогай меня! Твой брат угрожал Олимпу, Кратос. Мы выбрали меньшее зло. Прости меня.
царство смерти. Темный подземный мир, расположенный между землей живых и страной мертвых. Чистилище, в котором царит бог смерти Танатос. Стань свободным, и прошлое будет забыто. Они явились замеченным воином и выбрали Деймоса, увидев родимое пятно на его теле. Он даже не представлял, какая судьба его ждет в тот миг, как его похитили на глазах у брата. Арес доставил его в царство смерти, во власть Танатоса, куда не ступала еще нога смертного человека. Там ему предстояло томиться в темнице без надежды на спасение. Долгие годы он страдал от пыток, на которые был щедр бог смерти. Первое время его поддерживала вера в то, что Кратос придет и спасет его. Годы шли, и Деймос утратил надежду, а вместе с ней все человеческое, что оставалось в нем. Гнев, жажда мести пустили в нем корни, оставаясь скрытыми десятки лет. Именно гнев позволил ему сохранить остатки разума и выжить. Он цеплялся за мысль, что в один прекрасный день встретится с братом, который предал его, и отомстит.
поплатишься за это! Спартанца не уложить на лопатки. Верно, братец? Я не собираюсь терять тебя еще раз, Деймос. Идем! Сражение еще не окончено. Идем! Нас ждет враг. Пророчество еще может сбыться, и меченый воин станет причиной падения Олимпа. Арес сделал дурной выбор. Он взял твоего брата, а надо было взять тебя. Но теперь это не важно. Каждый твой шаг предопределен судьбой. Моя судьба не в руках богов, Танатос. Боги решают, а вещи и сестры творят судьбы. Ты всего лишь пешка в игре, о которой ты даже не знаешь. Ничтожество. Вот, пришло время, Кратос. Это начало конца. Thank you.
страданиях своего брата. Твоя судьба в руках богов Олимпа, призрак Спарты. Оставил все, что делало тебя смертным. Твоя связь с этим миром оборвана. Ты готов стать богом. Для тебя это всего лишь игра, Афина. Это не конец, Афина. Боги заплатят за это. Прости меня.